Друзья, всех приветствую. Находимся в BMG Drive. Перед вами очень крутой и продолжительный спуск. Но сегодня на этом спуске будет, друзья, твориться самый настоящий ледяной кошмар. Поскольку обычно на этой дороге только тогда беда, когда отказывают тормоза. Но сегодня тормоза в автомобиле отказывать не будут. Как видите разницу, здесь еще есть цепкость с дорогой, здесь еще более-менее сухо, но заморозки пришли. Ударили резкие морозы и, соответственно, друзья, дорога покрылась толстым слоем льда. И сегодня наша задача, господа, побороться с этим льдом. Не дать ему допустить каких-то травм нам, и тем более смертей. Здесь еще цепкость дороги есть. Все замечательно, все хорошо. Как только, друзья, мы цепляем эту сторону дороги, как только мы переезжаем за эту линию, тут же нас начинает раскручивать. И даже если я сейчас, допустим, торможу, я дернул ручник, чтобы вы понимали, машину продолжает нести дальше. И это только начало спуска. И это еще даже не самый крутой спуск, чтобы вы понимали. Так, нам нужно выровняться, потому что справа и слева у нас обрывы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ни в коем случае нельзя допустить. Пожалуйста, я вообще не могу никак ехать. Задний ход я тоже дать не могу. Но пока что главное, не улетаем с обрыва. А теперь представьте, если еще по этой дороге будут передвигаться автомобили. Я, правда, вообще не представляю, каким это образом они будут делать. Но я сделать сейчас конкретно на этой машине, да, конкретно на примере ВАЗ-2115, ничего не могу. Абсолютно, мы сейчас, по-моему, заденем. Сейчас, по-моему, раскручит. Держись! Держись, опа, подняла немножко. Подняла, так, хорошо, главное, что на дорогу вышли. Я бы не хотел улетать со склона. Давай, давай, газульку, поджимаю. Поджимаю газ, выходим на дорогу. Слушайте, ну более-менее, еще послушалось на самом деле. Вот, давлю тормоз, друзья, чтобы вы понимали. Полностью, а скорость увеличивается при этом. Я полностью давлю тормоз. Ой-ой-ой-ой, только бы не об скалы эти. Так, держите дороги, держись, хорошо. Все, притормаживаем, хотя это абсолютно бессмысленно. Скорость держится 120 км в час. Мы словно сейчас едем, друзья, на санках. То есть, смотрите, у нас колеса вывернуты абсолютно, да. У нас зажат тормоз. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, только бы не цепануть. Держись, дружище. Нам сейчас друга надо спасти, самое главное. Блин, впереди очень крутой будет спуск. Очень крутой, не стоит до него вообще доезжать. Каким-либо образом наша задача на этом спуске затормозить. Тормоза-то исправны, понимаете? Ну, исправно, все хорошо с машиной, но не слушается никак. Так, замечательно. Замечательно, 55, скорость падает. Скорость падает, но очень медленно. 40 км в час, есть шанс сейчас. Пригорка, конечно, есть небольшая, видите, колеса заблокированы. То есть я максимально пытаюсь остановиться. И шанс все-таки есть. 15, 10. И это победа. Это победа на этой пятачке. Слушайте, ну скорость была не большая, потому что впереди, господа, это тоже ледяной спуск. Но понятное дело, что они здесь не останутся. Вот так стоять на дороге. Во-первых, это опасно, потому что там машины, да, передвигаются по этой дороге. Поэтому им нужно тихонечко сейчас спуститься. Очень-очень плавненько. Так, скорость не будем, наверное, превышать 10 даже километров в час. Аккуратненько. Задет у нас немножко бампер, поломан. Но это не беда, самое главное, жизни не поломано. Ой-ой-ой-ой. Все, пошло. Пошло, пошло, пошло. Дороги сейчас, главное, придерживаться. Хорошо, спускаемся. Скорость развивается. Все, полностью на тормоза спустил. Итак, отбойнички впереди. Отбойнички, газульку. Поджимаем, поджимаем, газ. Поджимай ты газ уже. Это... Ох, бесполезно. Бесполезно, господа. Это было напрасно. Лучше бы я просто вышел из машины и пустил эту машину самостоятельно куда-нибудь вниз. А так, к сожалению, но это убийство прямо. Вот сейчас был смертельный удар. До этого, может быть, они еще могли выжить. Но сейчас это просто превратилось в какой-то Lamborghini, этот автомобиль. И последствия вы, друзья, видите прекрасно сами. Выжить при такой аварии невозможно. Но мы, господа, на этой дороге не одни, и водители, которые несутся позади, они еще ни о чем даже не подозревают. Пятнашечка, братишка, едь аккуратнее. Я бы предупредил, но я сам, по сути, не должен был знать о том, что здесь происходит. Газует, газует. Ой, сейчас будет страшно. Все, на лед заехали. И сейчас пятнашечку, наверное, понесет уж. Блин, газулька, газулька, аварию не допустить ни в коем случае. Аварию не допустить. Проезжай, братишка. Давай, обгоняй. Блин! Блин, опа, есть все-таки касание. Не заметил впереди. Все, понесло тачки. Я пытаюсь тормозить, но это бессмысленно, понятное дело. Все, одну уносит. Одну, скорее всего, нет, остается на дороге. На самом деле удивительно, шатает, болтает по дороге. И слушайте, а я ничего сделать вообще не могу. Я только могу следить сзади, смотреть, что происходит. Они катятся.
Они просто толпой, друзья, едут. Но я в вас верю, еще один. Слушайте, у нас Жиль, конечно, спортсмен. Его даже до сих пор не занесло, хотя это ВАЗ-2107 в конце концов. Но две машинки, одна уходит, Приора уходит в сторону, сейчас, скорее всего, подлетит. Мы там вообще куда-то уже улетаем. Боже, на обгон пошел! Нифига себе, сейчас встретится! Встречаемся, есть встреча! Есть все-таки, господа, встреча. Улетает семерик! Блин, слишком сильно он в себя поверил, конечно. И ребята, скорее всего, тоже. Пятнарик тоже уходит. Он 100% погибает, водитель определенно, это понятное дело. Но живой еще у нас остается Приорик. Я понимаю, что у него были большие сейчас проблемы. И по сути он ехал тихонечко, да? Это Пятнарик его догнал. И из-за этого, опа, колесо полетело. Ой-ой-ой, семерочка впереди. Семерка впереди, сейчас будет, скорее всего, касание или нет? Миллиметражик поймаем? Или нет? Не, не догоняет, на удивление. Слушайте, невероятно. Но передвигается Семерик, слушайте, получается, останавливается практически у нас Приора, но это еще не конец, понятное дело. Пятнашка пытается, смотрите, ехать, но это абсолютно бесполезно. Колеса просто-напросто прокручиваются, более того, она даже уходит куда-то в сторону, и, по-моему, сейчас будет соприкасание, ДТП, опа, попал, но последствия очень слабые, прям потому что касание было на очень маленькой скорости, и машинки, на удивление, на этой трассе останавливаются. Слушайте, ну вы пережили это все событие. Я вас поздравляю, вы действительно это все пережили. Это было очень страшно. В таком случае, господа, я предлагаю придерживаться автомобилей позади них, чтобы в случае чего мы смогли помочь. Да, у нас опыт вождения достаточно большой, и по скользким поверхностям в том числе и так ребята переступают границу смерти, и здесь начинается их путешествие по льду. И наше в том числе. Немножко разгоняемся, чтобы так... Ой-ой-ой, зря. Зачем? Зачем? Быстро уходи! Ай-яй-яй, извиняюсь. Я не хотел. За горизонтом было не видно. Как ты вообще смог притормозить, мне непонятно на самом деле. Но Пятнарик вывозит. Блин, встречка пошла. Ой, встречку тоже. Встречку разворачивает. Блин. Чё-то вообще прям покатило. Дружище, я с тобой. О, господи. Я, если что, рядышком. Я, если что, с тобой. Я тебя вижу и постараюсь тебе помочь. Хорошо. Газульку давим. Главное, чтобы он не улетел с обрыва. Газульку давим, пристраиваемся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, вот это состыковочка. Брат, ты как, нормально все? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня-меня-то... Я-то куда, блин, аккуратнее? Да куда ж? Ё-моё. Да что происходит, а? Дружище, держись. Я все контролирую практически. Ну, теперь я вообще на крыше еду. Теперь как на санках. Во, другой разговор, спасибо. Спасибо большое. Так, я на колесах. Немножко притормаживаем. Блин, скорость слишком большая. 140 км в час, а впереди очень крутой спуск. Там отбойники уж точно не помогут. Пацаны! Так, тормози об машины. Я помню прекрасно это. Будем уже их использовать как спасение. По-другому никак. Газульку поджимаем, чтобы выровняться. Ребят, можете, пожалуйста, мне помочь? Мне нужно, чтобы кто-нибудь... Ой-ой-ой-ой-ой. А нормально, кстати, слушайте, держусь. Уходи, блин! Уходи, дурачело! Ё-моё, держись, ладно, держу тебя. Держу тебя, все, пока, извини, но не могу. Не могу, прости, брат. Я должен был уйти. Я почти выжил, я прошел этот опасный участок. Пожалуйста, тормози ты. Здесь уже прямая дорога, в конце концов. Скорость 130 км в час. Ой-ой-ой-ой, газ быстро. Газ, блин, спасает сейчас. Вот здесь вот эта выбоина, очень меня спасает. Я пока что до сих пор еще не улетел, дружище. Отходите, пожалуйста. Опа. Так, еще одни выбоины. Опять переворачиваемся. Блин, все, вот здесь поворот идет крутой. Улетим, 90 км в час. Не хватило буквально чуть-чуть, друзья, к сожалению. Не получилось, не фартануло, но мы погибнем вдвоем. Хотя продержались очень долгое время, вы это видели прекрасно. Когда другие просто улетали, все. Мы, к сожалению, тоже слетаем с дороги, а это значит, друзья, по ледяной дороге, чтобы вы понимали, да? Здесь ледяная гора, на которой выжить уже, конечно же, невозможно. Все. Спустились полностью. Удары получили очень серьезные, очень мощные. И остались в итоге так на крыше. Сколько мы будем еще ехать? Наверное, до конца заледенения, господа. Я, друзья, пытался помочь автомобилям, даже не понимая и не осознавая того, что это мне нужна помощь. Я не могу спасти ни себя, ни своего друга, ни свой автомобиль. Мы, конечно, пытались там как-то таранить, да, пристраиваться, но какой в этом смысл, спрашивается? Так, я, пожалуй, ребята, быстро едете! Я, пожалуй, сверну на встречку. Я надеюсь, на встречке никто не попадется. Ребята, очень быстро едете. Машин, друзья, как вы заметили, стало больше. И Мерсик понесло. Мерсик понесло в сторону вместе с Крузачелой. Пацаны, я сейчас помогать не буду. Я, к сожалению, в этом не хочу участвовать. Дружище, эй, ты что творишь? Сейчас из-за тебя, блин, улетим вниз. Ну какого хрена? Вот видишь, к чему ты привел, а? Ну, да, вот этого, конечно, я не ждал. Встречка.
Ё-моё, ну не я же посмотришь. Хорошо. Перевернутые, просто катимся вниз. Ой, плохо, Мерсику, по-моему, сильнее не повезло. Опа, назад переворачиваемся на колеса. Ну, пожалуйста, есть на колесе, когда держимся, пожалуйста. Есть, отлично. Слушайте, несет дальше Мерсик, живой еще, крузак тоже несет. Мы придерживаемся дороги, катимся. Дружище, уйди, блин. Опа, задели, бамперок сняли, ничего происходит. Господи, блин, сторону опять меня выкидывает. Не удержался, к сожалению, на дороге, но постараюсь сейчас на нее вывернуть. Пацаны, просто, опа, лобовушечка. Видел прекрасную лобовушечку. Дружище, тормози меня. Слышишь? А ну тормозите меня кто-нибудь. Огромное количество машин, друзья, которые не могут справиться с таким движением. А сейчас будет крутой спуск. Ой-ой-ой, сейчас подлетим. Блин. Вот и печальные известия. Вот и печальные события, господа. Вроде на дорогу упали, да, но отбойники эти ни хрена. Ой, почти. Отбойничек. Отлично, но печально, господа. Все-таки скатываемся. Это самый сложный участок, который, мне кажется, пройти невозможно. А еще, как я сказал, у нас все-таки пятнашка. Мы, опять же, получаем очень серьезные удары. В основном погибаем от того, что крыша сминается и ломает нам шеи. Вот так все и заканчивается, господа. Опять же, я понимаю прекрасно, друзья, что здесь все зависит от событий, да, кто куда поедет, кто кого толкнет, кто-то кого-то в любом случае с прикосновением автомобиля спасает, да, потому что траектория автомобиль в этот момент меняет, просто бригада едет, бригада, которая не понимает вообще, что сейчас будет происходить, ребят, ой-ой-ой, встречечка, ухожу от встречки, хорошо, протискиваюсь, ой, я, по-моему, помешал ему, помешал очень серьезно, он в пятнашку сейчас пиндюрится, заденет, о, повезло, на банане просто поехал. Так, кто-то у нас улетел серьезно. Сейчас удар получает очень мощнейший. У нас крузак несет дальше. Я же пытаюсь тормозить. Ой-ой-ой-ой, дружище! Извини, но я в данном случае помочь вообще тебе никак не мог, к сожалению. Самое главное, что ты нас не задел. И это самое главное. Так, придерживаемся дороги. Сейчас следим вперед. Ну, пожалуйста, только не переворачивайся. Только не переворачивайся. Есть. Хорошо, следим. Следим. Так, позади что у нас? Ой, Мерсик! Удачи! Удачи! Мы будем тебя помнить. Так, спасаем Жигу. Вижу. Жига, вижу, тихо, аккуратно. Опа, есть, скажи спасибо. Блин, самому бы не улететь. Ой-ой-ой, в смысле? Черт, скажи спасибо, я думал, что... Ну я специально его подрезал, друзья, чтобы он не улетел с обрыва. А в итоге я устроил смертельную аварию. Просто во встречку влетел, да и сам, скорее всего, сейчас погибну. Ну, чудо может быть, пожалуйста. Ну, назад, блин. Все-таки слетел тоже с дороги. Вот видите, лучше не надо вообще помогать. Не надо к таким решениям приходить. Решил помочь на дороге, в итоге разбил машину, разбил чьи-то жизни, разбил чьи-то судьбы и свои в том числе. Все, серьезнейшие удары. И офигеть, какая высота огромная. Еще столько выбоин здесь. Мы, естественно, превращаемся просто в кашу, господа. Выжить невозможно при таких обстоятельствах. Невероятно высокая ледяная горка, которая нам просто-напросто не оставляет никаких шансов. И еще, господи, сколько здесь лететь? Какое здесь расстояние, на какой высоте мы находились? Это мы практически в самом начале, можно сказать, улетели. Ё-моё. Ладно, я не представлял, что это настолько на самом деле высоко, но... Господи боже мой, здесь уже заканчиваются заморозки на самом деле. Здесь уже лето, но это лето уже не нужно ни мне, ни моему другу, как вы понимаете. Потому что все, что с ними произошло, вы прекрасно видите, движок у нас отваливается, какой кошмар. Дело в том, друзья, что задача-то у нас по сути простая. Это спасти людей, да, которые оказались в подобной ситуации. Если бы мы знали, что впереди будет, то, естественно, мы бы развили с вами очень небольшую скорость, как сейчас. Вереница машин преследует нас, а мы не будем разгоняться. Я понимаю, что они дергаются, видите, хотят обогнать, паникуют. Но вы сейчас находитесь в таком медленном положении не просто так, ребята. Я пытаюсь просто вас спасти, я еще не знаю, просто других вариантов никаких не вижу, чтобы вас спасти. Поэтому мы переходим, друзья, за эту черту. И тихонечко дальше, тихонечко. Ребят, скорость не более 40. Не более 40, блин, увеличивает. Вот, нормально, нормально. Вот сейчас я понимаю. Вот так и должны ехать, и не должны понимать всю ситуацию. Не может заехать. Пытается передний приведок. Работает, но не может заехать никак. Итак, тихонечко, не спешите, ребят. Не спешите, пожалуйста. Едем аккуратно, блин, начинает. Опа, эй, догнал, блин, паровозик. Да ё-моё, догоняет паровозиком. Это плохо. Меня с дороги сбили немножко. И это нельзя допустить ни в коем случае. Пытаемся вернуться на дорогу. Блин, крузачела еще догоняет. Крузачела большой, массивный. Впереди еще авария. Ё-моё, а. Крузак, иди нахрен. Иди нахрен. Хотя мог бы мне на самом деле помочь. А не, нормально, я на дороге. Обгоняет. Слушайте, на обгон пошел еще. При таких обстоятельствах. Ой-ой-ой, как будто я смотрю, не повезло. Держись. Кто-то тоже улетает.
Пятнашка, по-моему, у нас улетела все-таки. Сейчас авария, скорее всего, будет. Друзья, скорость большая. Очень набрал большую скорость. Скорее всего, сейчас заднюю часть прилетит. Но уже что-то вести прилетало, если не ошибаюсь. И вот сверху прилетает крузачок. Получает сильнейший удар. Сейчас, скорее всего, сильно раскрутит. Ой-ой-ой-ой! А мы... Блин, пожалуйста, есть! Миллиметражик сработал. Что позади творится, господа? Какой кошмар, а? Машины улетают, к сожалению, вообще куда-то в сторону. Ладно, главное сейчас придерживаться дороги. И главное, чтобы нас никто сейчас с траектории не сбил. Это самая основная задача. Так, держимся. Все, чуть под семерку не попали. Хорошо, слушай, это очень удачно на самом деле. Но впереди, опять же, этот очень серьезный спуск пока идеально. Мы даже особо не повредили машину. Ой-ой-ой-ой. Уходи, блин! Да черт! Но, в принципе, возможно, даже я могу его поблагодарить, потому что он нас затормозил. А мы что с ним сделали? Мне кажется, это ему сейчас не очень приятно. Но встал на колеса, по крайней мере. Движемся далее. Дружище, держи нас, пожалуйста. Держи, сейчас будет слет. Очень жесткий. Так, назад, смотри, назад покатились. Не смогли забраться на горочку. Отбойники. Так, надо об скалу. Об скалу удар. И на дорогу. На дорогу, блин, отбойники. Ух ты, спасай, слушайте. Кого-то отбойнички спасли на самом деле. И семерок, наверное, тоже спасут. О, есть, и меня спасли. Нифига себе, а ты куда? Дружище, а тебя не спасли. Тебя не спасли, а нас вроде бы загорелось. У меня машина, друзья, загорелась, ничего себе. И семерка тоже загорелась, нифига. А улетает, к сожалению, друзья, у нас такси, автомобиль. И я тоже улетаю. И семерик, наверное, тоже, скорее всего, сейчас полетит. Наверняка, потому что после такой инерции еле останется на дороге. Все, мы разбились, понятное дело. Скорее всего, тоже разобьется. И улетает. Нифига себе, крузачело полетел. То же самое. Слез дороги, уход. Обалдеть. Вот это, друзья, дорога смерти. Самая настоящая дорога смерти, посмотрите. Они не могут справиться вообще никак с этой дорогой. Короче, ребят, я принял решение. Я вышел, со всеми ребятами поговорил, сказал, что сейчас будет очень сильное заледенение на спуске, да? И предложил всем ехать крайне аккуратно. Ребята все согласились, я говорю, придерживайтесь меня. Никто, чтобы друг друга не обгонял ни в коем случае. И в этом случае каждый из нас останется живой. Самое главное, это держаться дороги и не превышать скорость. Вот, это самая главная задача. Поэтому мы, друзья, пересекаем сейчас обледенение и будем ехать крайне аккуратно, чтобы все эти водители выжили. Благо, мне удалось с ними поговорить. Мне удалось с ними все решить, и каждый все понял. Торопиться никто не будет, как это было в прошлый раз. То есть ребята будут исключительно придерживаться колонны, что самое, мне кажется, важное. И потихонечку мы доедем. Итак, мы наезжаем на заледенение. Ребята, немножко притормаживайте, пожалуйста. Притормаживайте. Все, здесь 20 километров в час. Более не берем, потому что потом начнутся проблемы. Все, давайте потихонечку. 25 максимум, чтобы не больше. Так, Мерси, контролируй. Всех контролируй, блин. Опасно. Опасно. Так, тормоз нажимаем. 20 км в час. Слушайте, ну все, придерживаемся примерно 20 км в час. Ребята также будут придерживаться. Хорошо. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю разговор. Коллектив у нас образовался некий. Ой-ой-ой. Так, 40 км в час. Вот что-то это много на самом деле уже. Что-то... Эй, пацаны, держитесь! Пацаны! Ну кому сказал? Мы же договорились с вами! Ну чё, чё делаете? Все, один улетел, один труп. Ну куда погнали-то? Парни! Да вы чё? Мы же с вами договаривались обо всем. Ну чё вы здесь устроили? Посмотрите. Все, каша опять пошла. Опять каша, не удалось. Один труп у нас уже 100%. Так, нам главное дороги придерживаться. Аккуратненько. Ого! Веста, какого хрена? Веста спорт пошла по гололеду. Блин, чё сзади творится, а? Все, машины уже полетели позади. Придерживаемся дороги. Ай-яй-яй, сейчас, скорее всего, перевернет. Не дай бог, не дай бог перевернет. Не дай бог, черт возьми, это плохо. Это плохо. О, давай. Ну на колеса, пожалуйста. Это мой последний шанс. Что позади? Господи. Что происходит позади, господа? Они все размотались. Абсолютно все. Никто меня не послушал, видимо. Но, может быть, машины их не послушали, неизвестно. Но мы кого-то, по-моему, догоняем, если не ошибаюсь, заносит. Ну, пожалуйста, только не с обрыва. Я так не хочу с обрыва падать. Ну, хотя бы так, спасибо. Спасибо и на этом, переворачивайся. Будет вообще шикарно, если на колеса сейчас ставишь. Идем на обгон. Рено Логан обгоняем. И пока находимся до сих пор... Ой-ой-ой. Ладно. Все понятно, господа. Этот спуск я не вывез. Да на крыше еще, конечно, конечно. Хотя проехали... Что? Давай на колю. А, бесполезно это все. Бесполезно абсолютно.
Я не знаю, что предпринимать, какие действия. Нам нужен другой автомобиль, наверное, чтобы с этим справиться, да? Какой-то помощей, но точно не АвтоВАЗ, как я понимаю. Смотрите, почти заехали на горку. Вот это скорость была. Просто на ледяную горку практически заехали. Ладно, господа, я думаю, что нам нужна другая машина, но она будет только в случае, если вам этот ролик понравится. Поэтому покажите мне это обязательно. Лайк поставьте, если ролик понравился. А я же, в свою очередь, каждого из вас благодарю за просмотр. Пишите обязательно свои идеи интересные. А я всем желаю удачи и всем пока. Пока.